Добрый день. Меня зовут Малашунок Наталья. Хочу сказать, что я с прибором уже 8 лет. И я с ним практически не расстаюсь. Вот в марте месяце я сломала руку. Это было утром. До вечера было некогда заниматься собой. И вечером все-таки все было уже отекло, сильнейшая боль. Пришлось идти к травматологу. Оказался перелом. После посещения врача я тут же выставила из обоих категорий, терапевтической, антипаразитарной, все, что касается травм, переломов, реабилитации. Комплекс составила. До этого была уже очень сильная ноющая боль. Ну, вы представляете, при переломах какая боль. Через 2 часа после того, как я включила прибор, я уже спокойно спала. И с тех пор ни единого раза боли я не почувствовала. Когда мне наложили вот гипс, сказали через месяц. Я пошла к травматологу, потому что я понимала, я все делала рукой, у меня ничего не болело. Я понимала, что у меня уже все восстановилось. Я пошла к травматологу на рентген через 20 дней. И им ничего не пришлось делать, как снять мне гипс. При этом я себя очень хорошо чувствовала, я этой рукой работала, я не чувствовала боли. И такое быстрое восстановление, заживление, вот эта рука сейчас самая красивая, самая крепкая.